второй полосе осталось. Да? Место для разворота, да. Зачем ты сразу тормозишь, Женя? Ты оцени ситуацию, а потом только действуй. Газу, 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 ты в полосу зашел. Стой, стой, красный горит. А почему тогда стрелочка нарисована? Что? Ну, стоп-линия-то есть. Стрелочка, вон та? Вот, на которую я сейчас заехал. Ну, надо аккуратнее заезжать. Надо стучаться в двери и аккуратненько заходить. А ты с ноги открыл, понимаешь? Так, она горит, получается, здесь сейчас пешеходный переход, на котором нельзя разворот делать. Вперед смотри. То есть я чуть должен был проехать? Конечно, поехали. Ты же дальше едешь. Ты чё? Поехал, поехал, давай не спи. Уравнивай. Ну опять ты здесь даже умудрился по сплошной проехать. Видел? Ну ты чего? Куда ты пошел? Так на перекрестке налево. А это ж, блядь, встречка. А я вот почему он так поехал? Ну обогнал он тебя. Лево, лево, он нам туда, левее.